Эй, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на торговлю для Майнкрафта по Activision. После установки этого мода в вашем крафте появится настоящая торговля, и, друзья, с помощью этого мода вы сможете и вправду торговать с вашими жителями. Но для этого нам, конечно, понадобится житель, спавним его, берем наш изумруд и подходим к нему, и просто тапаем изумрудом по нему, после чего у нас появляется кнопка торговли и выхода. Ну, мы, конечно, начинаем с ним торговаться, и что же он нам дал, а вместо изумруда он нам дал хлеб. То есть, конечно, изумруд у нас остался, потому что мы находимся в режиме креатива. Но пока что он нам дает только хлеб. Вот сейчас он нам зажигалочку. Спасибо тебе за зажигалку. Но я могу это все, конечно, взять и сам. Ну а пока что я просто вам показываю, как работает торговля. Собственно, наверное, многие знают, что у каждого жителя свои вещи. Поэтому одним жителям мы не можем себе отказывать. Собственно, как видите, к сожалению, после этого мода жителей пить мы никак не можем. И это довольно досадно, и это единственная, наверное, недоработка в этом моде, которая, наверное, просто зачарует всех. Даже мечом мы не можем его убить. Я не знаю, что происходит в режиме выживания, может быть, мы его и можем убить, но в режиме креатива происходит вот такая штучка. Собственно, давайте идти дальше. Сейчас нам попался вот такой житель, посмотрим, чем он торгует, что же он нам дал. Отдал он нам, я так понял, кожаные ботинки. Спасибо тебе за такие ботиночки. Ну, давай идти дальше. Это у нас вроде библиотекарь. Они уже подружились. Собственно, так, что же он дал? Вроде ничего пока не дал. Ну, собственно, они уже начинают что-то делать. Ну вот, друзья, такой маленький мод. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.